Здравствуйте, представьтесь. Добрый день, Михаил. Михаил, ну расскажите о своем друге. Как проект называется? VL80. Почему? В честь электровоза. Потому что такой же зеленый, с таким же фонарем. У вас профессия железнодорожник? Нет, у меня нет. Это так. Я понял. В общем, телепорт Prime 90 в таком камуфляжном интересном цвете. Ну, методом проб и ошибок, значит, появились здесь 3-киловаттник, соответственно, финик 18 фет, 4-й, ну и все остальное. Получился такой довольно сбалансированный конфиг. Ну, лишний вес, конечно, имеет. Вес у него 49,5 килограмма. Но с виду не скажешь. Настроен на 5 киловатт, едет 75 километров в час. Вау. И аккумулятор 2 киловатт-часа на 60 вольт. Солидно. И какой пробег у него? Я выезжал 120 уверенно, проектный, где-то 150 с педалями при скорости 5 км в час. Солидно. Что у нас за свет тут? О. Свет ставил у вас, соответственно. Очень радует фара с четкой световой границей. И тормоза, смотрю, хорошие, да? Тормоза. Перед 203, да? Перед 203, да, на китайских 4-поршневых тормозах. Они, на удивление, работают. Я не ожидал от них такого. Да, ну и цвет шикарный. Цвет мне очень нравится. Да, прям такой, прям мягко. Ну и расскажите какую-нибудь историю. Да, истории с ним особо не было, если не считать 3 легких падения. Не ставьте слики наперед, когда ездите осенью по лесу. Это опасно. Товарищи, запомнили, слики не ставим. Так. Совет профессионалов. Катаемся почти каждый день. Ну, вот такой шикарный у нас конфиг от нашего сообщества. Пока. Спасибо. Всего доброго.